же все это ценить. Как вернуть хоть частичку того тепла и любви, что дарит нам мама? Среди праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Он отмечается в последнее воскресенье ноября. Это праздник, которому никто не может остаться равнодушным. Концерт, посвященный Дню матери, собрал обширную публику в Бендерском культурно-досуговом центре «Шелковик». Все мамы получили поздравления детей из коллективов «Приединение», «Улыбка», «Экшен» и других. Сегодня у нас проходит мероприятие, посвященное Дню Матери, называется «Ангелу по имени Мама». Конечно же, этот день очень значимый для всех нас, особенно для наших любимых мамочек. Ведь что может быть дороже мамы? Мама для каждого из нас – это самое дорогое и самое святое в жизни. Мы все дети, и у нас есть дети, и мы очень рады, что этот замечательный праздник имеет место теперь, и мы можем каждый год поздравлять своих мамочек, а наши детки имеют возможность поздравить нас, и это очень приятно, трогает просто до слез. И, конечно же, день немножечко сегодня пасмурный, но в наших сердцах всегда солнце, потому что мамы, они как солнце, они нам светят всегда, всю жизнь. Они укрывают нас от бед, они охраняют нас своим крылом от всех невзгод. Есть в природе знак святой и вещий, ярко обозначенный в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. От любой напасти заклиная, ей-то уж добра не занимать. Нет, не Богоматерь, а земная, гордая, возвышенная мать. Пусть ей вечно солнце рукоплещет, так она и будет жить в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. В этот день хочется поздравить, проявить внимание и сказать слова благодарности всем мамам. Здоровья, любви, счастья и много-много лет жить. Мамам в этот день очень хочу пожелать, прежде всего, здоровья, большой-большой любви к своим детям, радости, счастья, чтобы их дети приносили им только положительные эмоции и все самое доброе и хорошее. Счастья. Здоровья, успехов. Чтобы они никогда не болели. Были всегда молодыми. Чтобы мамы были здоровыми. Хочется пожелать всем помнить и ценить матерей. Не только в этот день в году. Ведь сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого не придумывали, лишними они не будут.